Виновники трех дорожно-транспортных происшествий скрылись с места аварии. У дома 11 по улице Школьной в период с 4 часов 28 января до обеда 7 февраля неизвестный въехал в припаркованную «Шевроле Авиа», после чего оставил место ДТП. Аналогичный сценарий произошел и на проспекте Мира, и если в двух случаях водителям удалось скрыться, то виновника третьего ДТП поймали. 9 февраля, примерно в 6 часов утра, у дома номер 9 по улице Юности, водитель 2001 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2115, при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра, совершил наезд на автомашину Hyundai, не остановился, с места ДТП скрылся. И, как я уже сказал, в настоящее время в мировом суде находится материал по проверке его действий на наличие признаков административного правонарушения. Нарушителей ждет серьезное наказание – до 15 суток ареста, либо лишение прав на срок от года до 1,5 лет. Несмотря на скрывшихся водителей, на дорогах Сарова было спокойно. В частности, ДТП с пострадавшими сотрудники госавтоинспекции не зафиксировали. Однако водители призывают не терять бдительность, поскольку впереди оттепель, а значит снежные каши на дорогах и гололед. В условиях гололеда, недостаточной видимости, снегопада прошу быть всех предельно внимательными и осторожными. Особенно при движении во дворовых территориях и жилых массивах. Выбирать скорость движения транспортного средства, исходя из конкретной дорожной и метеорологической обстановки. Соблюдать дистанцию до впереди идущейся автомашины, боковой интервал до впереди стоящих автомашин. Не обошлось и без штрафов. Сотрудники госавтоинспекции выявили 110 административных правонарушений. Так, 14 саровчан решили не пристегиваться ремнями безопасности. Двое пренебрегли правилами к перевозке детей. У 29 остановленных автомобилей выявили неисправности, при которых запрещена эксплуатация авто. 9 водителей было задержано в состоянии алкогольного опьянения. В действиях трех из них усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. ПДД также на минувшей неделе нарушили 9 пешеходов и пассажиров. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.